Привет, друзья! С вами Ольга Громыко. Мне 32 года. Я мама двоих прекрасных малышей. Успешная бизнес-вумен. После того, как я закончила университет, я сразу пошла работать с преподавателем экономических дисциплин. Я тогда была юна, мне это очень нравилось, эта атмосфера меня просто захватывала. Но когда я получила свою первую зарплату, я посмотрела, что это такое. Была она очень маленькая. И я посчитала, что общество меня просто недооценивает, что моя ценность намного, намного больше. И я стала сотрудничать с одной очень крупной международной компанией. Стала вести параллельно свой бизнес. Но преподавать мне все равно очень нравилось, и я продолжала работать преподавателем экономических дисциплин. Когда я забеременела, я решила, как бы я сильно не любила преподавать, но себя и свою семью я люблю намного больше. И я приняла решение, что мне нужно строить свой бизнес. В тот момент мы купили очень большую квартиру, где нужно было делать очень-очень хороший ремонт. Мой муж уволился из вооруженных сил, но меня ничто не пугало, потому что у меня была очень хорошая подушка безопасности, которую я построила за годы работы в колледже. Мое дело шло очень хорошо, спокойно, но хотелось драйва, хотелось энергии, и ко мне в команду пришла молодая девушка. Она тоже мама прекрасного ребенка, находилась в декретном отпуске, и ей ничего не оставалось, как пробовать строить свой бизнес через интернет. И за очень короткое время она вышла на очень хороший уровень. Тогда я задумалась, а что же я делаю, почему я медлю, почему я ничего не предпринимаю. Ко мне в команду пришла еще одна девушка с новыми мыслями, с новыми идеями. Потом еще один человек, который тоже очень быстро стал строить свой бизнес именно через интернет. Ведь если вы мамы, либо у вас есть основная работа, то у вас нет времени на то, чтобы стоять с промостойкой, собирать контакты, проводить соцопросы. На самом деле времени на это просто нет. Но вы очень хотите. Вас не устраивает ваше качество жизни. Вы хотите ее изменить. И это можно сделать с помощью интернет-ресурсов. На самом деле работа через интернет предполагает работу во времени и пространстве. Сетевой бизнес – это донесение информации из уст в уста. Но эти методы уже давным-давно устарели. Еще 5 лет назад, еще 3 года назад, а сегодня уже 2014 год, где нужно использовать очень современные методы работы. Если вы этого не сделаете сейчас, то завтра это точно уже будет поздно. Сколько вы можете провести бизнес-встреч в день? 5? Может быть 10? А время, которое вы должны уделить своей семье, где оно? А время на отдых? Через 10 дней, максимум 2 недели, вы просто устанете. Поэтому вам нужно искать новые методы работы. Если вы выбираете интернет, то в течение часа вы можете провести встречу на 500 человек. И если верить статистике самой-самой захудалой, то встреча на 500 человек даст вам как минимум 50 партнеров или потенциальных клиентов. Ваши уроки могут просматривать 5, 10, 20 раз в день, если человеку что-то непонятно, либо его наоборот что-то заинтересовало. Это же замечательно, а вы совершенно не тратите на это время. Вы сможете работать быстрее, качественнее, эффективнее на холодном рынке, по всему миру. Вы сможете встречаться с вашими партнерами из других стран в одно время и обсуждать новые бизнес-идеи, новые бизнес-проекты, независимо от того, где вы находитесь, дома или за границей. Интернет, конечно же, открывает неограниченные возможности. Но я вам скажу, все это пустые слова, если у вас нет уникальной системы последовательных действий, если вы не знаете, что делать, с чего начинать, как приступать к раскрутке вашего бизнеса, то однозначно ничего не получится. Вы можете просто потратить время. А мы знаем секрет. У нас есть уникальная система действий, следуя которым вы выведете ваш бизнес на совершенно новый уровень. И действовать нужно уже сейчас.
Мы не продаем продукты, мы не продаем бизнес. Мы помогаем людям изменить их качество жизни, тем самым меняя и свое. С новыми возможностями сделать это очень просто. И знайте, что просто от слова рост. Присоединяйтесь к нашему.